Ладно, посмотрю, что это за старый переулок. Давай, давай. А, и прихвати вот этот ключ. Что это за ключ? На вид очень старый. Мне его подкинул один торговец на базаре, когда я его спрашивал про тайный ход. Должен открывать входную дверь. Ну, ты попробуй, а там видно будет. Ладно, давай свой ключ. Посмотрим, что из этого выйдет. Ага. Надери им всем там задницу как следует. Эй. Мне нравится твой план. Я разыщу Снафа и провожу его до крепости. Снаф мне даже ключ дал. Вот, держи. Только... Только что? Дорога в квартал богачей забаррикадирована. Тебе придется делать крюк. Это не проблема. Рассказывай дорогу. Через подвал Диего ты попадешь в стоки, а оттуда в ров. Из этого рва можно вылезти в восточную часть квартала богачей. Место там открытое. Для стрелка самое раздолье. Дом Снафа находится в западной части квартала. Это один из угловых домов на площади. Он поставит на подоконник горящую свечу, чтобы мы смогли его найти. Чем могу помочь? Ладно, хорошо, будь по-твоему. Где может быть твой голем? Эта дверь ведет в квартал управляющих. Он невелик, а голем не маленький. Найдешь. Так, это уже начинает действовать мне на нервы. Что ты здесь делаешь? Это ты мне скажи, что ты делаешь в моей крепости. В твоей крепости? В крепости короля, если угодно. Что ты здесь делаешь? Ищу Даку. Считай, что нашел. Чего тебе от меня надо? Так это ты и есть Дака? Да. В Торниаре я Дака. Погоди-ка. Тебя же ведь послал Диего, так? Чего ему нужно? А ты откуда знаешь, что меня послал Диего? Ну, я присматривалась к тебе еще с той встречи в Расколотой Деве. Ясно же, что ты протеже Диего. Короче, Зира, Дака или как тебя там, Диего нуждается в твоей помощи. Он может доказать лорду Хагену, что невиновен. Боюсь, что пока это невозможно. Но ты же не можешь просто так оставить Диего в таком положении.
А что я могу сделать? Хаген пропал. Пропал? Этот глупец взял своих лучших воинов и отправился сразиться с Друрхангом в бастионе. И до сих пор не вернулся. Друрханг, что ты можешь рассказать мне о нем? Он всегда производил на меня жуткое впечатление. Слишком скользкий, слишком несговорчивый. Но нам нужен был каждый человек, способный помочь. Наемники Друрханга неоднократно отлично себя проявляли. В Нордмаре, в Варанте. И в Фишире? На Фишире? Хаген никогда не отдавал этого приказа. А кто же его тогда отдал? Роберт Третий? Никто! Друрханг действовал самостоятельно, напав на Фишир. Друрханг поднял всю эту нежить? Этого мы не знаем. Во всяком случае, ему она не может навредить. Некоторые даже подчиняются ему. Так значит, Хаген мертв. Или того хуже. Ну ладно, еще посмотрим, чья возьмет. Чего это ты задумал? Я отправляюсь в бастион. Где он находится? У восточных ворот. Если тебе так уж надо туда попасть, иди через мост между внутренним двором и ареной. Я скажу, чтобы тебя пропустили. Тогда я был изрядным трепачом. Да, не без этого. Подсказка про храм оказалась очень полезной. Неудивительно, что Дантеро нашел храм. Ты выдавила из меня сведения, как молоко из коровы. Дантеро? Это один из людей Хагена. Я не хочу иметь с ним никаких дел. Король Робар, так это именно он, твой дядя в Торниаре, который попал в беду. Да, он был для меня как отец. Мне так больно видеть его в таком состоянии. Король Робар, твой отец? Нет, но он мне как отец. Когда-то давно я сперла у него кошелек в Моросул. Ты украла кошелек у короля? Тогда он еще не был королем. Он был первым человеком, кто смог поймать меня на краже. Это не особо похоже на начало прекрасной дружбы. А это и не было ее началом. Он отлупил меня, а потом сам предложил мне кошелек. Я не совсем улавливаю связь между поркой и золотом. Объяснишь? Все очень просто. Он наказал меня, потому что я была поймана на воровстве, а наградил, потому что у меня почти получилось. И ты его просто так простила? Нет, я хотела отомстить и обворовать его. И что, обворовала? Я бы совсем не удивился. Как-то так получалось, что мне все время что-то мешало. Орки, наемные убийцы, грабители, ополченцы. Он спасал мне жизнь. Много раз. Однажды я поняла, что больше не хочу его грабить. А потом он стал королем. Ты несешь с собой ветра перемен, незнакомец. Король Робар? Не позволю. Не позволю. Я король.
Ну чего, как дела? Ну чего, как дела? Ты с ума сошел! Тебе никогда не добраться до бастиона. Я сумел добраться сюда, и я смогу найти возможность попасть в бастион. Дела у короля сейчас не очень. С тех пор, как началась война, он словно стал тенью самого себя. С каждым днем ему становится все хуже. Наемник? Хорошо иметь на своей стороне храброго воина. Как он? Мне бы хотелось... Простолюдины наглеют с каждым днем. Хулиган! Проходи, не останавливайся!
Благородный человек с далекого острова. Хорошо, что ты здесь. Что ты тут делаешь? Диего и Мильтон снова не вернулись. И в порту их тоже нет. Что? Я нашла в порту какие-то следы. Будто что-то волокли. Они исчезают здесь, в районе арены. Как думаешь, их похитили? Я не знаю. Они оба способны постоять за себя. Их, наверное, предали. Если бы это было дело рук Дрорханга, тогда он наверняка приказал бросить их в бастион. Попробуй еще поискать какие-нибудь следы в порту. А я отправлюсь в бастион. Будет сделано. Сейчас я тебя сделаю. Я таких, как ты, на завтрак ем. Они идут! Яд! Где яд? Живым меня не возьмешь, ублюдки! Живым меня не возьмешь, ублюдки! Опять ты? Ты делаешь успехи. Не могу не признать. Но все равно скоро тебе понадобится моя помощь. Зачем еще мне твоя помощь? И откуда мне знать, что ты не заодно с Ксешей? У меня в отношении этого мира свои планы. Анбаэль только создают мне нежелательные затруднения. Твои слова что-то не убедили меня. Если ты хочешь достичь своей цели, ты примешь мою помощь. Король Робар будет говорить за меня. Король сейчас даже задницу сам себе подтереть не может. Что он может сказать, тем более за тебя? Скажет. Я позабочусь об этом. Тебе понадобятся его знания. Дай-ка я угадаю, вы все в свое время были близкими друзьями, а ты рассказывал Диего на ночь сказки, когда он еще пешком под стол ходил. Король тогда меня пырнул мечом в живот, если хочешь знать. Но, несмотря на это,
Он был ценным инструментом. Вот как ты, например. Привет тебе, пастух из Фешира. Я таких, как ты, на завтра съем. Сейчас я тебя отделаю. Наконец-то. Я спасен. Я уж думал, придется подыхать тут от голода. Чей-то сундук, из которого я достал ключ от твоей камеры и вот этот браслет? Друрханга. Друрханг. Где он сейчас? Здесь его нет. Он велел отволочь лорда Хагена на арену, а потом куда-то пропал. А что Друрханг намеревается делать с Хагеном? Убить его на арене лорда Доминика. Устроить спектакль для своих людей. Как мне попасть на арену? Через ров. Там есть подземный ход, который ведет в камеры арены. Тебе лучше всего идти через задний выход в западной части бастиона. Именно этим путем люди Друрханга увели лорда Хагена на арену. Я тут в свое время украл у одного из них вот этот ключ. Ему его дал лично Друрханг. Возьми его. С его помощью тебе будет проще попасть на арену. Что здесь произошло? Мы собрали силы для решительного удара и оттеснили людей Друрханга назад к бастиону. Ну, по крайней мере, нам так казалось. Это была ловушка. Ловушка? Да. Друрханг прокричал какой-то приказ, и с крыши бастиона на нас хлынула целая орда нежити. Тех из нас, кого не сожрали эти твари, в итоге схватили люди Друрханга и бросились сюда. Выходит, нежить подчиняется Друрхангу. Да, да. Он очень этим бахвалился. Говорил, что нежить — это его армия. Дар от госпожи.